Новая концепция детского отдыха будет реализована в Тверской области с 2020 года. Региональный Кабмин подвел итоги летней оздоровительной кампании. Все подробности в сюжете далее. Летом 2019 года организованными формами оздоровления и отдыха были охвачены несколько десятков тысяч детей Тверской области. Работали лагеря с дневным пребыванием на базе 527 образовательных учреждений, а также 23 загородных оздоровительных лагеря. Кроме того, ребят принимала единственная в ЦФО дошкольная дача Отмичи. Общий объем финансирования оздоровительной кампании этого года составил более 680 миллионов рублей, в том числе свыше 478 миллионов из регионального бюджета. По итогам летней кампании Тверская область заняла второе место в ЦФО по охвату детей различными формами отдыха. По мнению главы региона, программы детских оздоровительных лагерей Верхневолжья должны быть направлены на развитие творческого потенциала и сохранение и укрепление здоровья. У нас ежегодно увеличивается количество детей, которые подлежали оздоровлению в летнюю оздоровительную кампанию. Эффект от оздоровления тоже достаточно высокий, порядка 93%, поэтому оцениваю только положительно. Летний отдых на территории Тверской области был организован очень достойно. Показатели сами за себя говорят, охват очень высокий. Слава богу, никаких серьезных происшествий не было. В Тверской области планируется создать единое государственное учреждение детства, которое будет координировать работу всех лагерей. Государственное бюджетное учреждение, которое для начала возьмет под управление несколько учреждений, в том числе и круглогодичного пребывания, и летнего пребывания. Мы планируем, что это будет комплексная работа. У нас есть уже на территории очень хорошие успешные проекты, они частные. Соответственно, не исключаю и частно-государственного партнерства в этой сфере для развития детского оздоровления и отдыха в каникулярное время. Составлен график модернизации учреждений по современным стандартам до 2024 года. Также в планах расширение образовательных и развивающих программ в системе детского отдыха. Такой центр нужен, он может координировать действия, прежде всего бюджетные, посмотреть, что нужно делать в комплексе и что важнее. Наверное, такая организация нужна, поэтому мы будем всячески помогать, нас будут приглашать. Обновленная система детского отдыха в Тверской области на первом этапе должна начать работать уже со следующей летней оздоровительной кампании, а именно с 1 июня 2020 года.